16 апреля. Мой первый степной сморчок. Первый в жизни сморчок. Я не хотел идти. Думаю, далеко, найдешь их, не найдешь. Один пока нашел. Тут по балкам походить, по балкам. Где терен на склонах, где ковыль растет, где полынная степь. Это наши терриконы. Надо ходить искать. Ходить искать, и может быть что-то найдешь. Ну, я рад и одному. Вот он такой степной сморчок. Степной сморчок. Ура! Степной сморчок! Вот второй. Второй степной сморчок. Вот он такой мощненький. Такой. Такой он степной. Вышел в степь донецкую. Парень. Вот он еще растет прямо. Не среди травки, а так вот. Такой хорошенький. Наклоненный такой. Сморчок. Но есть. Небольшой он. Небольшой. Ой, тяжко у нас в Павлограде искать эти сморчки. Пройдешь километр, один сморчок. Вот так. 10 километров пройдешь, 10 сморчков. Красота. Такой сморчок. Уже легче. Вот второй. Рядом второй нашел, а то по километру проходил. Это же небольшой. Будем искать еще. Все, что не найду на природе, все пробую поесть. Нашел конский щавель, пожевал щавеля, ягоды какие-то разные поел. Вот подошел к муравьям, взял жменьку муравьев, в рот и пожевал. Кислота муравьиная сильная штука. Такие муравьи какие-то вылезли. Кучи ходят, ходят туда-сюда, быстро не бегают, потихонечку. Вот такие балки, балки, балки. Муравьев поел кислоты. 8 километров прошли, 8 сморчков нашли. Кинокомедия. Где ваше семейство сморчков? Где? Ох, природа стала чахлой. Раньше ведрами можно было собирать. Сейчас бегаешь, бегаешь. Ну, будем искать. Ходил, ходил, искал сморчки эти по одной штучке. А тут он синеножки. Смотрите. Какие синеножки классные. И как они вон рядами идут. Рядовочка фиолетовая. Вон их тут тоже сколько. И там он есть немножко.
И там есть красота. Сейчас будем сейчас рвать хоть сморчков с десяток, но зато синие ножки набрали. Смотрите, в таком кусте терна, он там нарезал пакет уже синеножек, и там еще их растет в середине куста кучи. Сейчас я открою пакет. Вот, смотрите, сколько синеножки. Сейчас еще пойду резать в куст. В середину залезу в этого куста. Смотрите, сколько тут краешек срезал. Сколько синеножки тут, кучка. Еще штамп в пакете уже с той стороны резал. А сейчас вот тут вот дальше он тянется. Змея в кустах. Здесь не пролезешь. Терен колется. Вот видите. Видно. И оно туда дальше тянется. Вот туда. Вот туда в кустах тянется. Вот там, если видно. Так что. Будем сейчас лазить. Режу, режу. А оно все тянется, тянется. Ведьмин круг. И там он дальше. Он. Там он еще дальше. Если видно. Вот такие тут синеножка. Страфария фиолетовая. Будем резать. А потом еще сморчки будем искать. Степные. Много их не найдем. Может, еще пару штук. Вот так на корточках ползешь. Лицо колет. А тут этот круг идет и идет. Уже сколько я снимаю. Вырежу, потом дальше снимаю круг. И там он. Красота. Синий ножик нарежем. Ну и вот плоды. Смотрите всего, сколько сморчков. Прошел сколько километров. 6 сморчков. Ну, может, еще найду. Зато вот в этом кусту сколько синий ножек. Хорошие, отличные синие ножки. Такой кустик. Черно. И столько вот синий ножек. Ну, пойдем дальше искать. Еще до велосипеда надо добраться. Велосипед спрятанный. Вперед. Ну, наконец-то я нашел семейство. Вот один, один, второй, третий, четвертый, пятый. Сразу. А вот, вот шестой. Маленький. Еще надо поискать будет. Ну хорошо. Сразу сейчас. И дождик накапывает. Сейчас нарежу. Сразу ходил, ходил. Столько километров прошел. Нашел всего 6 штук, а тут сразу 5. Ну, сейчас буду. Заряд камеры закончился, и приходится теперь снимать дома, потому что только закончился заряд камеры, и появились сморчки степные.
много сморчков степных. Там было всего лишь 12 штучек, а тут вон сколько понабирал. Поэтому снимаю дома уже в тазике. А ну возьми. Мне оружие не надо снимать. Ну, все. Красавцы.